Takže tu máme glagol byť. Vidíte? Значит, глагол быть имеет шесть форм. Каждое лицо имеет свою форму. Значит, сом, в смысле я. Видите здесь я. Это первое лицо, единственное число. Второе лицо, единственное число. Ты будет форма си. Значит, сом, си. И третье лицо, он, она, оно, будет форма глагола е. Сон, си, е. Значит, сон, си, е. А потом мы сме, ако ми, те, ako vy sú. Ako oni. Oni sú. Отрицание глагола быть. Образуем за помощи слова не. Значит, не будет перед глаголом быть. Не сон, не си, не е, не сме, не сте, не су.